Неплохо паутиноголовые. Они перебирались из одного измерения в другое, побеждали опаснейших врагов и нашли последние осколки легендарной скрижали порядка и хаоса. Но это еще не все. Напоминаю, у нас же дама в беде. Чего вы ждете, герои? Вперед! Что теперь? Нельзя давать осколок Мистерию, но если он его не получит, он убьет мадам Сеть. Думай, паучок, думай. Спустя годы притворства и шарлатанства, фокусов и трюков, я научился настоящему волшебству. Я больше не буду ждать. Где он? Мне нужна скрижаль. Не ной, что я тебе ничего не даю. Осколки собираются, скрижаль. Ну просто класс. Я сильнее Бога. Я сокрушу пределы нашей реальности. Мадам Сеть, не за меня волнуйся, Человек-паук. Смотри, ткань вселенной паутины реальности начинает распускаться. Да, вселенная изменится так, как я захочу. Я поглощу любое измерение. Все на свете превратится в Мистерио. Это последний шанс. Стены реальности разрушены. Я могу призвать твоих двойников и из других миров. Только все вместе вы сможете выстоять и защитить наш мир. Я управляю реальностью. Только не зазнайся. Ну что, друзья, с вами Валерий, и это финальный эпизод по прохождению Человека-паука «Разрушенные измерения». И у нас финальная битва с Мистерио, с таинственным Мистерио. Так, нам нужно, было написано, пробраться к Мистерио ближе. Так, он освещает, получается. Когда он не светит, надо, короче, куда-то пробираться. Вот, по тени. Отлично. Отлично. Так. Воу-воу-воу, цепляйся, цепляйся, ну! Отлично. Главное не затупить. Так, куда нам теперь? Ой. Сюда или туда? Смотрите на его рожу. Какой он страшный. Черепок-то у него. Ох, окей. Так. Отлично. Чего-то он сам... А, я думал, что-то новое делает, что-то другое. Оказывается, нет. Он все освещает. Можешь не светить, ты все равно меня не заметишь. Я же... Человек-паук. Еще Муларовский. Воу. Чем-то выстрелил, короче. Так, отлично. Уже близко, уже близко. Подбираемся к нему. Чуть-чуть осталось, недалеко, в принципе. Так. И... Так, отлично. А куда он? Сваливает-то. Окей, отлично. Просто такой череп. Знаете, он похож на этого. Фильм был старый такой, «Марс атакует». Там такие же черепки были. Кто смотрел, тот меня понял. Короче. Так, отлично. Вон туда нам надо. Есть. О! В смысле? Как он меня увидел? Валим. Так. Воу-воу-воу!
прячемся. You're full of something. Отлично. I'm real intimidated. Так брутально так встал. Окей. Show off. Блин, мы к нему подбираемся, подбираемся, он от нас все отдаляется, засранец. Show off. Так, я хочу эссенцию взять. Окей. Ползем по темным окнам, чтобы он нас не видел. Так. Отлично. Отличненько. А, мы обошли его с другой стороны. Захват. И получи, тварь. Воу. Паучок, ты куда падаешь? Спляйся давай. Behold, крошечный паучок пытается противостоять мне. Не надо издеваться над моим ростом. Так, окей. Теперь мы за Человека-паука-симбион. И получается, нам надо сражаться, да, с ним? А как это сделать? Ну, давайте попробуем избавиться от монстров, созданными Мистерио, чтобы они нам не мешали. Так, да, отвали. Отлично. С ними расправились. О! Воу-воу-воу-воу! Эй, что так funny? Did you see a reflection of your outfit? Imagine me being threatened by an itsy bitsy spider. Что надо делать? Yeah, that's hilarious. Воу! Стервятник? Джиггернаут? Look at you. So tiny. Что надо сделать? А, атакуйте сферы. So tiny. А, вон оно как. Понятно. Окей. Вот три штуки, отлично. Так. Он из этих сфер, короче, выпускает старых добрых монстров. I can't swim. You dare use my own creations against me? О, не дал мне ударить. Еще одна сфера. Кто у нас гоблин? О, своими гранатами. Засранец. Ну атакуй. А чё на? Enough with the laughing already. Whoa. В смысле? Воу, 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 воу. Валить, короче, надо. Да чтоб тебя! О, черт! О, отлично. Попали на платформу, на целую. Так, что там, снова с этими сражаться надо? Я так понимаю, будет подруг. О, и сферы появились. Все в перемешку. Да ничего себе. Походу издевается. Отвалили, отвалили. Так, а может на этих не обращать внимания? Может сферы сразу мочить? Так. Отлично. Отлично. Ух ты, тут толпа такая. Воу-воу-воу. Сфера. А, тварь. Есть. Отлично. Так, сразимся пока с этими. О! Снова разрушается все. Так. Так. И куда?
О, есть. Давай. Что на этот раз? Сферы, отлично. Сюрприз для меня? Отлично. Да я не люблю сюрпризы. Так, 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 опять скинули. Скинули, блин. Твою мать. Да чтоб тебя! Мочи, мочи эти сферы. Вол, кто мне там долбанул? Есть! Есть! Две сферы. Да блин! Что происходит? Есть. Отлично. Так, так, так. Жмем Q. Как тебе нравится это? Снова упал. Знаешь, твердо стоять на ногах уже не модно. Ага. Человек-паук из будущего. 2099. Так. Дай ему уйти. Окей, не дадим. Не переживай, не дадим. Ускорились. Воу-воу-воу. Уии! Что-то я там врезался, короче. А! Чё она так резко появилась-то? Захват? Вот он момент. Погнали. Быстро, за ним, паук. Я несусь. О, задел все-таки. Захват. Проще простого. Прям с двух рук. Отлично. Погнали. Дай ему уйти. Да не дам, не ссы. Воу! Не в ту сторону! Воу! Да что ты? Блин! Все собрал там эти. Есть. Да-да, он разбит. Так лучше или хуже? Не пойму. Так, вон он, где-то вдали. Так, что нам делать? Ему? Ну, погнали. Так, пускается. Пускает свои штуки какие-то. Убейте всех монстров. Окей. Погнали. У нас... Ой. У нас удары прокачаны. Так что... Сейчас мы их всех зароем. Воу-воу-воу! Отлично. Просто целыми кучами. Блин, я не успеваю замечать, когда он эти шары пускает. Долго. Ну хоть от этих, от монстров. Хилка. Так, 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 так. Хилка прибавляется хоть от этих монстров. Отлично. Что вообще происходит на экране? Воу-воу-воу-воу. Что это? Что это было с камерой сейчас? Камень показала. А, захват. О! Ништяк. Воу, воу, воу. Ай-яй-яй. Вот там фиолетовое свечение. Так, это что, у нас жизни прибавились или что? Погнали. Выносить.
Да, у этого Человека-паука удар-то вообще нормальный такой, да? Мощный. Раскидывает всех. Как нефиг. Да, представьте, если не прокачивать вообще Человека-паука, как вообще здесь жестко было бы. Да чтоб тебя. Пошли просто целую толпу, целую кучу так. Отлично. Так, снова камень показала. Сейчас от этих избавимся. Да не туда ты. А, ну все, он сдох. Быстрей, 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 быстрей. Друг другу по морде надавали. Так. Здесь камня больше нет. Куда нам? Где свечение еще? Вот, фиолетовое свечение, отлично. Погнали. Воу-воу-воу. Просто жесть. Кстати, платформа меньше, да? Чем предыдущая. Ух ты. Как он пуляется там. Так, отлично. Вернулись. Еще очередная толпа. Сейчас мы всех раскидаем. Да отвалили. Есть. Что еще? Покажи ты мне уже камешек-то. Да я запульну его. О, отлично. Сейчас мы с этими разберемся. Это ведь не дадут пустить, запустить камень. Погнали. Е-е-е. Так, мы, похоже, худо. Летим к нему. Получи. Просто кулак так. Это урок для всех вас, детки. Кто хочет стать злодеем, когда вырастете? Поаккуратнее надо с разрушением вселенных и презрением к добреньким. Вы можете пробудить к жизни силы, с которыми не справитесь. Такие, как эта невероятная четверка пауков. Стойте, скрижаль, я не могу ее заполучить. А, я еще могу ее заполучить. Некоторые злодеи ничего не учатся. Кстати, тебе не помешало бы научиться считать, что-то мне подсказывает, что ты в меньшинстве. Джентльмены, терпеть не могу этого парня. Да ладно, ему так славно ногой заехать. А, славно. Приятель, ты будешь потрясен. Прекрасно. Стены реальности восстанавливаются. Теперь вы все должны вернуться в свои миры. Еще увидимся, старые и не такие крутые версии меня. Старые? Вообще-то я из будущего. Для меня вы все просто ископаемые. Приятно знать, что будущее вообще есть. И что люди вроде тебя продолжают спасать мир. Точно. До встречи. Приезжайте еще как-нибудь, поиграем в бридж. Идем, Мисти. Да подброшу тебя до дома, престарелых, для суперзлодеев. Спасибо, Человек-паук. Можешь гордиться тем, что твои наследники защищают пространство и время. Да, неплохие ребята. Но вы должны признать, что из всех четырех пауков, и это абсолютно точно, и неиспоримо. Я самый лучший. Прощай, величайшая команда всех времен. И какой же мы получили сегодня урок, любители комиксов? Какой бы уголок космоса не изобрела вас судьба, не забросила вас судьба, всегда найдется человек-паук, который спасет мир. Всем вам, супергероям, я говорю, стремитесь к лучшему. Так, друзья,
Миссия пройдена, Мистерио побежден. И вот он, конец, финал. Финал игры, финальные титры. Вот. Скажу вам честно, Мистерио был не такой уж сложный по сравнению с тем же вот Крейвеном показывают, как либо Стервятником или Карнажем. Вот. Предыдущие боссы, они какие-то были все помощнее, посложнее. Вот. Ну и в общем, игра мне понравилась, да, она такая прикольная, как бы красочная, и экшена много, и такая с юморком, вот, но не считая каких-то вот у меня непонятно лаги и баги какие-то были в игре. Вот это меня подбампливало немножко, бомбило у меня пукан из-за этого, вот. Ну а в общем игра крутая, мне понравилась, вот. И я заканчиваю тогда на этом. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока. Так, я что-то пропустил? Это еще. Вот и все, ребята. Вот и все.